Нож автоматический от компании Бёкер. Это нож Страйк в коричневом исполнении. Рукоять из анодированного алюминия. Имеет у основания мощную клипсу в черном цвете, которая, кстати, может перемещаться вот в заднюю часть. Видим цепляющее отверстие и насечки рукояти для удобства хвата в разложенном состоянии. Имеется запирающий механизм с индикацией по цвету. Красный цвет, да, предотвращает, что данный нож находится в незакрытом, в незапирающем положении и легко может разложиться. Также запирается в разложенном состоянии для предотвращения случайного сложения и запирается в сложном состоянии. Черное исполнение, Stonewash, сталь AUS 8, по спускам прямые спуски по форме Spearpoint, прекрасный вид, может применяться как тактически, поскольку нисколько не блестит. Вот такое исполнение в коричневом цвете компании Бёкер.